Открывая встречу, ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил внимание собравшихся на стратегию университета, направленную на трансфер технологий и создание площадок для такого трансфера опытных производств. Ирцей Химтех как нельзя лучше подходит под это определение. И до 1 июня планируется разработать совместную программу действий. И мы переходим уже к новому этапу, к новым оболочкам. Здесь же как раз мы можем взаимодействовать с нашими научными кадрами КФУ и КГТУ, КГТИ, которые не имеют лабораторного оборудования, такого опытного оборудования, пилотного оборудования. И это ускоряет получение хороших результатов. Широкая область применения пластикатов с одной стороны и актуальность разработки технологий получения новых компаундов с другой обеспечивают значительный вклад опытной технологической линии в оказание услуг инженерно-технического направления. Ближайшая задача, которую мы решаем, организация промышленного производства безгалогенного огнестойкого компаунда для производства оболочки кабелей высокого напряжения. Это до напряжения 330 кВт. Подобные установки всего две в России, а рецептур, которые на них изготавливаются, только одна единственная. То есть мы достигли достаточно высоких параметров. Одна из размещенных здесь же лабораторий, в задачи которой входит разработка материалов с новыми свойствами, проводит еще и технические испытания и подтверждение характеристик продукции требованиям нормативов. Действительно, возможности выходят далеко за пределы создания технологий по производству кабелей. Оборудование, сконцентрированное здесь, поможет создавать и тестировать полимеры, которые можно применять в различных отраслях. Наш производственный комплекс в основном рассчитан на производство безгалогеновых компаундов. Вот они представлены непосредственно здесь. Это для кабельной промышленности. Также для дорожников мы готовы предложить серобетон. Это технология, которая была разработана в наших лабораториях. Также дорожникам мы можем предложить серобитум, который действительно решит проблемы дорожного строительства на сегодняшний день. Главная цель, которая стоит сейчас перед региональным центром инжиниринга Химтех и КФУ, вместе стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. Елизавета Евтифеева, Владислав Михневский, Универньюз.